дорогие враги, с города Актау. Я хочу сказать за гигиеническую соль. В моем случае гигиеническая соль помогла убрать миому, киста и герозащитные маски. Пользуйтесь, радуйтесь, на юг вперед! Врачи меня поймут, знают, что это за болезнь. Я не могла ни встать, ни сесть, ни ходить. И в один прекрасный день, это где-то было в конец декабря 2018 года, мой спонсор, я очень люблю ее, благодарна ей за то, что она отправила мне посылочку небольшую из Алматы. Чудесное мыло. Я, знаете, когда получила, считала, что не может быть, чтобы мыло оно помогло. Но я не знала, что делать. Пила сначала, выпила сначала таблеточку спазгана, вот, обезболила. Но вечером я помазала на это место, правое место, и до конца. И этим мылом уснула, утром просыпаясь, не могу понять. Но нога у меня начала двигаться. Я не могла, у меня как бы еще как бы сосуды, а как-то типа спазмы какие-то были. Невозможно было ее решать. А смотрю, у меня ноги стали немножко двигаться. Я начала немножко двигать их. Потом у меня были еще какие-то шишечки на этом месте. И покраснение было страшное. Я на утро просыпаюсь, и муж говорит, там что-нибудь есть? Он говорит, у меня лопнули какие-то вот эти шишечки, которые были у меня на тазовых костях, вот в районе правой ноги. Они сразу у меня лопнули, и водичка потекла. Не знаю, что это такое. Я, конечно, не врач, я когда-то училась в медучилище и обнаружила, что у меня идет улучшение. Потом на второй день, на третий начала мазать этим мылом. И действительно чудеса, боль у меня полностью ушла. Я радовалась, я радовалась и не принимала. Хотя у меня есть врач в Караганде, сестренка проживает, и она говорит, тебе надо диклофенак колоть, тебе витамины надо, полумельгаму надо колоть и так далее. И тогда у тебя все пройдет. А это мало тебе не поможет. Я говорю, нет, я позюхол, всегда у меня вот это место всегда было, как будто я на два размера больше ношу вещи. А тут это мыло, это сказка действительно. И в результате я где-то за неделю вот это воспаление седалищного нерва убрала эти чудесные мыло. Сказать, действительно, я уже в медицину 11 лет не посещаю, не прохожу никакие анализы. И только ПАДами, я занималась ранее ПАДами, биологическая активность, я убрала все свои болячки. И на сегодняшний день это действительно компания Найота, это чудесная компания, а продукты это действительно фантастические. Они восстанавливают человека, здоровье в первую очередь. И поэтому радуюсь, что эта компания пришла в наш мир. Спасибо.